Большой воды не будет. Метеорологи и МЧС отчитались о прогнозах и готовности к паводку. Сейчас запасы воды в снеге по региону в целом в норме, а местами даже ниже. Вскрытие рек, как ожидается, произойдет на 2-3 дня раньше обычного, в конце третьей декады марта, начале первой декады апреля. Все ведомства и службы к половодью готовы. Кроме того, готовности отчитались сегодня энерготопливные организации. Все они уже создали аварийные резервы топлива, бригады и ведут регулярные дежурства на объектах. Об этом сообщили на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области. Первый вице-губернатор, председатель правительства региона Александр Петрович Нефедов призвал руководителей не расслабляться и держать ситуацию под личным контролем. Уровень воды у города Самара 28,35 метра Балтийской системы. Текущий уровень на Саратовском водохранилище у города Самара ниже нормы на 52 сантиметра и значение прошлого года на 49 сантиметров.